Уважаемый Владимир Владимирович, от имени жителей села Ивановка, поселка Приуралье, Оренбургского района Оренбургской области, вынуждены просить вас оказать содействие и дать соответствующим должностным лицам необходимые указания и поручения для организации в нашем селе детского сада. В связи с тем, что должностные лица Оренбургского района, а также глава муниципального образования Ивановский сельсовет, на территории которого планировалось строительство детского сада, в этом не заинтересованы. По мнению чиновников, строительство детского сада нецелесообразно в связи с тем, что не набирается необходимое количество детей дошкольного возраста. Однако это не так. В нашем поселке Приуралье, который рассчитан на 3500 жителей, уже сейчас проживает более 1300 человек. В основном это молодые семьи с детьми. При строительстве села земля под детский сад сельсовету была отведена. Куплен типовой проект детсада на 140 мест. Подано более 320 заявлений от родителей малышей. Детсады, находящиеся в ближайших населенных пунктах, переполнены. А ближайший детский сад, где еще есть ограниченное количество мест и куда направляет Министерство образования Оренбургской области, расположен в 7,5 километрах от нашего села в селе Благословенко. Дорога туда проходит по оживленной трассе Оренбург-Беляевка. Для работающих родителей возможности ежедневно доставлять детей на такое большое расстояние нет. Прямого сообщения общественным транспортом до соседнего села также нет. В любом случае, мест в этом детском саду для большинства детей тоже нет. Огромное количество молодых семей вынуждены возить детей в город Оренбург, оставлять у знакомых родителей, нанимать нянь. По вопросу строительства садика жители села обращались письмами в администрацию Оренбургской области, в Оренбургское региональное отделение партии «Единая Россия», в администрацию президента. После обращений вопрос организации детсада был передан в управление образования Оренбургской области, откуда был получен ответ. В ближайшее время открытие детского сада в Приуралье не планируется. При нынешнем положении дел строительство детского сада нам необходимо как воздух. Так как органы местного самоуправления не заинтересованы в строительстве детского садика в нашем селе, мы вынуждены обратиться к вам, к президенту Российской Федерации.